Оборудование и IT-решения для контроля за работой транспорта и спецтехники. Этот видеорегистратор и сверхпрочная взрывозащищенная камера позволяют удаленно контролировать транспортный парк любого предприятия, определить местоположение авто, контролировать его скорость, вес груза, поведение водителя, вести учет пассажиропотока, проводить видеозаписи и даже предупреждать водителя об опасной ситуации на дороге. Интеллектуальные системы активной безопасности на транспорте, такие как ADAS, DSM и систему с углом обзора 360 градусов, разработка пермской компании Best Electronics. Свои достижения пермяки презентовали гостям выставки «Иннопром». Главой нашего региона мы договорились, что также будет установлена новая система контроля груза, онлайн-перевозки грузов на наши коммунальные службы машины. Здесь было практически подписано, я думаю, что в городе просто установим и уже будем использовать это и тестировать эту систему. У нас все готово к этому и будет внедрено в течение месяца-двух. Пермское оборудование и программное обеспечение используются во многих городах России, от Владивостока до Калининграда. Например, регистраторы Best Electronics устанавливают даже на авиа- и железнодорожной технике. Это не только отличный инструмент для бизнеса в плане контроля и управления транспортными парками, но и снижение рисков возникновения несчастных случаев на дороге. Best Electronics – это сохранность груза, уменьшение затрат на содержание транспорта до 40%. В этом году компания стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Бизнес-успех» в номинации «Инновационная продукция». Ее производство пермские разработчики открыли одними из первых в своей нише в России. Премия была организована Федеральным агентством стратегических инициатив «Опорой России» и корпорацией МСП и Федеральной палаты РФ при поддержке Минпромторга России. Представляет наш регион на федеральном конкурсе в Москву в составе 8 лучших бизнес-стартапов края. Компания поедет уже в феврале следующего года. Малому и среднему бизнесу эта премия как раз рассчитана на малый и средний бизнес. Достаточно трудно о себе заявить. И когда тебя так выделяют на федеральном уровне, когда на тебя обращают внимание, конечно же, есть мотивация и желание работать дальше. Потому что раньше такого внимания к малому и среднему бизнесу мы не видели. На сегодня это внимание есть, на нас смотрят, нас видят, наши разработки видят, нас замечают. Это приятно. Мы готовы работать и работать на очень крупном уровне со своими проектами. Впереди у компании амбициозные планы. На площадке Екатеринбургской выставки «Иннопром» подписано соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией «КазТехно». В сентябре пермяки едут на «Иннопром» в Астану. В рамках мероприятия запланирован ряд встреч с потенциальными партнерами и, как следствие, новые соглашения о сотрудничестве.